Всем привет! Меня зовут Марьяна. Я рада вас видеть на своем канале. Мой блог посвящен корейской косметике. Сегодня у меня обзор на вот такую вот масочку от бренда Isntree. Называется Керамид Deep Moisture Cream Mask. То есть это глубоко увлажняющая крем-маска с керамидами. Я ее как раз сегодня буду использовать, поскольку до этого в уходе у меня были кислоты и нужно восстановить кожу. Смотрим состав. В составе у нас ниацинамид, который отвечает за осветление и регулирование работы сальных желез. Также имеются пептиды, ну и, конечно же, керамид. Куча всяких полезных экстрактов. Состав просто супер. Надеюсь, эта маска меня не разочарует. Так что будем тестить. Оставайтесь со мной. Ну что, будем сейчас открывать масочку. Та-дам! Что же мы видим? Ух, маска реально супер кремовая. Видите, такая белая пропитка. И ее внутри очень-очень-очень много. Думаю, мне хватит обмазать все тело, поскольку на дне ее осталось достаточное количество. В общем, сама маска выглядит вот так. Ой, в общем, вот. Сейчас посмотрим, как на лице будет лежать. Это, мне кажется, одно из самых удачных масок из тех, что я покупала, поскольку оно практически идеально легло на лицо, а не то, что, знаете, там в некоторых масках нужно подрезать глаза, либо же оно так ложится и не очень комфортно на лице. Здесь ощущается абсолютный комфорт, моментально кожа пропитывается, как бы успокаивается после кислот, очень приятные ощущения. Я ее использовала после холодильника, и поэтому такой приятный холодок на коже. В общем, посмотрим на результат, но в целом пока что я очень довольна. Хочу сказать по поводу тканевых масок. Очень важное правило, что она не должна засыхать на коже. Держать, как и написано на упаковке, 10-15 минут. Если вы чувствуете, что она засохла, то это, к сожалению, не самое хорошее, что может быть, поскольку, к примеру, маска напитала вашу кожу, а после того, как она высохла, она начинает, наоборот, забирать влагу из кожи. Поэтому можно добиться не увлажнения, а противоположного эффекта. И тем более ни в коем случае нельзя использовать дважды. Даже если вы там, к примеру, на 3 минуты приложили, все равно это одноразовые маски, то есть бактерии собираются там, в холодильник положили, забыли, они там, эти бактерии размножаются, ничего хорошего с этого не выйдет. Так что такие вот два основных правила есть. Просто бомба. Я вам не могу передать словами, насколько я в восторге. Это уже вторая маска данного бренда, и у тебя нет ни липкости, увлажнила нас 100%, восстановила кожу после кислот. Данная маска также подойдет, если, к примеру, ваше лицо обгорело на солнце. Оно хорошо восстановит, успокоит. В общем, 100% всем рекомендую. Вы не пожалеете, что купите ее. Кремовая пропитка вообще впитывается в ноль. Вы не ощущаете липкости никакой. Это очень круто, поскольку, ну, знаете, некоторые маски снимаете, и там ощущается такая липкость неприятная на коже, что хочется умыть лицо. Здесь такого нет. Поэтому что еще сказать? Просто супер. Если вам видео было полезное, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч.